Из-за двух жалоб на авторские права канал находится на грани удаления. Поэтому просим вас подписаться на резервный канал и телеграм-канал. Дорогой народ, мои любимые братья и сестры, я от всего сердца искренне приветствую вас. Также от всей души хочу поздравить свой народ, а также весь исламский мир с праздником Курбан. Я прошу Аллаха, чтобы тех людей, которые находятся сейчас на священных землях и совершают большой хадж, что является неотъемлемой частью Курбан-Байрама, чтобы Аллах принял это. Я прошу Аллаха, чтобы Он принял жертвоприношение, что является традицией, дошедшей до нас от Ибрагима, мир ему, и от Исмаиля, мир ему. Прошу Аллаха, чтобы принял это, принял у тех, кто совершает этот обряд, и тех, посредством которых он совершается. Прошу Аллаха, чтобы этот день принес для нас много блага, чтобы наши жертвы стали причиной спасения. Да сменит лето зиму, да наступят праздники, да пройдут беды мимо нас, да наступят праздники. Трава и колючки пусть охватят намрудов, да облегчатся ваши дела, да прибудут праздники. Я восхваляю Аллаха, который позволил нам дожить в благополучии и здравии до этого прекрасного праздника. Отдельно хочу поздравить всех наших братьев, которые помогают нищим и притесненным, которые дарят им улыбки, которые совершают благие дела. Дорогие братья и сестры, в эти благословенные для мусульман 10 дней месяца Зульхиджа мы хотим открыть для вас дверь для совершения невероятно больших благих дел. Ведь любое благое, сделанное в эти дни, запишется вам во многократном размере. Мечеть Медресе – праздничное мероприятие с раздачей мяса и продуктов питания нуждающимся, 30 колодцев, 2000 Коранов мечети пророка Мухаммада, мир ему благословение, и 10 финиковых пальм для нуждающихся. Чтобы принять участие во всем этом, вам не обязательно скидывать много денег. Даже 1 рубль, внесенный вами в это дело, уходит на все это. У каждого на карте есть остатки денег. Отправив эти остатки на сбор, вы обеспечиваете себе огромную награду от наишедрейшего Аллаха. Передается, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах любит благодеяния, которые были совершены в эти 10 дней больше, чем дела, совершенные в другие дни». Не упускайте эту возможность. Быть может, именно это спасет вас от адского огня в судный день. Все отчеты на страницах, указанных ниже в описании. Oh,